На дачу. Ну, давай лично поедем на дачу. А я буду все ездить? Ну, дедушка и бабушка должны прийти и приехать бодренькие. Может, вы к нам приедете? Нет, не приедете? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Кстати, мы из этой самой... из этой беседки... Нет, все, из этой беседки. Лёша, из этой беседки... Эй, Петя, хватит! Сделали этот самый... Смотри меня. Мама, ты смотришь? Долго? Так, папа, я руками трогать огурцы. Из этой беседки сделали как ее? Тренажер. Эти самые вермикалам там разбиралась, отдала нам спортивный комплекс какой-то. Туда входит кольца, перекладина. И еще чего-то. Ну, правда, они на высоте Ксенечки сделаны. Ну, посмотрел бы. Папа хотел чавкать. Ну, чавкать, значит, вы быть некультурным. На, собирай дальше. Высокие ставь, высокие. А ты не зачавкает? Да я не зачавкает. Господи, какой дядя Миша? На, чавкает он. Чавкает он. Конечно, тебе старается не чавкать. С какой стати? Все говорят, что какой-то я даже не знаю, Лёша. А почему дядя Миша лысый? Какой дядя Миша лысый? Почему он лысый? Не лысый, почему? Какой дядя Миша лысый?